Друзья, всем привет! Я хочу вам показать, как очень просто замариновать скумбрию. Это очень вкусная рыба собственного приготовления. Это изюминка любого праздничного застолья. Все гости оценят. Так, давайте приступать. Вообще, если у вас много гостей, то берите где-то 3 штуки скумбрии. Так как у меня гостей мало, я взяла только одну. Главное, чтобы рыба была, заморожена, не слишком сильно, такая подтаявшая. Первым делом убираем голову и очищаем от внутренностей. Ну, это, наверное, каждый знает. Сверху вниз убираем внутренности. Также не забудьте убрать вот эту черную пленку. Она дает горечь. Теперь нарезаем скумбрию на кусочки шириной около 2 сантиметров. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Кладем рыбу в посуду. Может быть, это кастрюлька или, как у меня, тарелочка. Берем одну луковицу и нарезаем на полукольца. Теперь нам понадобится одна головка чеснока, добавляем все это к рыбе и ее перемешиваем. Теперь нам понадобится 9% уксус, добавляем туда 2 столовые ложки. Одна чайная ложка сахарного песка и столько же обычной поваренной соли. Острый черный молотый перец по вкусу. Кто-то любит красный, также можно добавить перец горошком. Немного можно добавить лаврушки. И все, больше ничего добавлять не нужно. Теперь это все тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты между собой смешались. Все, рыбка готова. Теперь нам нужно ее переместить в обычную банку. Берите банку по размеру, подходящую для этой рыбы. Так, складываем рыбу плотненько. И весь наш соус закрываем крышкой и ставим примерно на сутки в холодильник. При размораживании рыба даст сок, который смешается с маринадом и сделает ее очень вкусной. Но перед подачей на стол можно красиво разложить, украсить зеленью, дольками лимона. Можно использовать еще клюкву, мне очень нравится. И что хочу сказать. Это получается маринованная скумбрия, очень вкусная. И если вы ее сами приготовили, как видели, да, готовится очень просто, быстро. И это самый правильный рецепт. И украсит любой стол. Так что делитесь этим рецептом с друзьями, им тоже пригодится. Всем пока-пока, до следующих встреч!